Сегодняшнего мероприятия, а ваши персональные выставки, впервые ли это происходит? Персональная выставка впервые. Вот, хочу показать красоту паруса. Пишу в основном работы старых кораблей. То есть я редко пишу современные яхты, потому что мне нравится просто классика. Ну и здесь представлены работы там не только по яхтам, есть и катера у меня, там спасательные суда, которые оказывают нам помощь какую-то, буксиры и тому подобное. Вот так. С чего вообще началась любовь такая вот к яхтам, к кораблям? Я вырос на берегу Днепра. Это с детства. Просто отец рыбачил, если на лодке ходил и тому подобное. Так, но переросло в желание быть моряком. А именно вот в плане художества? Ну, насмотрелся всего. Природа, вода завораживает, как и огонь. Так что это и побудило к написанию работы. А немножечко вот про картины, если говорить, да? Какие выбираете вообще вот места, да? Чем вдохновляетесь именно? Пленэр, ну, это не пленэр. Я попутешествовал много. И есть какие-то виды, которые просто запоминаются. Потом хочется передать их на холст в плане цветности там, и тому подобное. Вот. Но есть любимые места, скажем, и под Днепру, там всякие плавни. Там, вот я написал, мирошник у меня есть. Вот. Просто все, что радует глаз, оно передается на холст. Вот и все. А если говорить за границей, какие места больше впечатлили и какие остались здесь на холстах присутствуют? Ну, впечатляет, в принципе, берега любой страны. Просто, там, скажем, по Средиземному морю, там голые берега такая, не очень пышная растительность. Вот. Но я писал и турецкий берег, и греческий берег писал. Я в основном пишу море, у меня мало берега. Но впечатляет все. Просто там нужно побывать и увидеть. Что понравится, то и пишешь. Вот так. Говорят, что вы мастер деталей, очень таких тонкостей. Стараюсь передать детали именно раноута, такелажа парусных кораблей. Просто сейчас такие лодки уже не строят. И сейчас уже, если сравнить, то это Формула-1. То есть все гонятся за скоростью, а те суда ходили не так быстро, но они были очень изящными, красивыми. Потому я пишу в основном старые, удовлетворяя меня тем, что я добился того, чего хотел. В принципе, на всех работах я добился того, чего хотел. Как можно вообще узнать? Вот, да, художник, говорят, не может оценить свою работу. Это очень тяжело сделать. Это практически невозможно, потому что ты пишешь прежде всего не для бизнеса, а для души. И если человеку нравится работа, он ее покупает. Вот так. Эти картины, они продаются, то есть да, можно да. Их купить с выставкой, предплаты, как то кажуть. Да. И повесить у себя красоту дома. Да, и пусть радует глаз. Есть ли что-то в планах еще такое особенное? Возможно, рисовать, написать картину в другой технике? Да, я пишу в разных техниках, просто речь не идет о технике, речь идет о том, что написать. Есть планы, есть.